Банк «Центр Инвест» – крупнейший региональный банк Юга России. Он предоставляет максимально широкий спектр услуг для населения и предпринимателей в соответствии с международными стандартами современных банковских технологий. В Славянске на Кубани банк «Центр Инвест» работает с 2014 года и все эти годы стабильно обслуживает счета бюджетных организаций города. Открытие здесь нового розничного офиса в самом центре по адресу Ковтюха, 12, стало еще одним шагом навстречу жителям и гостям города. Банк уже зарекомендовал себя с самой положительной стороны. У «Центра Инвеста» низкие ставки по кредитам и вполне доступная ипотека. Сейчас в банке также можно открыть вклады с повышенными ставками до 8,5% годовых, оформить банковские карты и рефинансировать действующие кредиты на более выгодных условиях. Переезд нового помещения позволил организовать круглосуточную зону самообслуживания не только для жителей города Славянск-на-Кубани, но и для гостей города, так как офис расположен на центральной улице города, где проходит основной туристический поток в сторону Анапы и Крыма. Жители города смогли высоко оценить наш доступный качественный сервис и наши услуги. Многие рефинансировали свои ипотечные кредиты и оформили вклады. Мы растем, мы развиваемся, мы развиваем филиальную сеть, мы повышаем доступность финансовых услуг, мы приносим качественный сервис в небольшие города. Открытие нового офиса банка совпало еще с одним радостным событием. В Славянске на Кубани появился тысячный вкладчик. Представители банка сердечно поздравили юбилейного вкладчика, славянку Оксану, и вручили ей от банка памятный подарок. Вся наша семья пользуется услугами этого банка. Я очень рада, что мы стали тысячными вкладчиками этого банка и получили такой замечательный подарок. Я желаю банку «Центр Инвест» дальнейшего благополучия и финансового процветания. По итогам минувшего года банк «Центр Инвест» вошел в тройку банков России по объему портфеля кредитов индивидуальным предпринимателям. Также он в числе лидеров по кредитованию среднего бизнеса. И в первом квартале нынешнего года банк выдал населению более 8 тысяч кредитов на сумму без малого 5 миллиардов рублей. Словом, здесь делается все возможное, чтобы заинтересовать жителей и предложить им самые современные банковские услуги. Обращайтесь в новый розничный офис в Славянске на Кубани по адресу улица Ковтюха, 12. Наши телефоны плюс 7-861-464-47-34 и плюс 7-861-464-47-33.